смотри. Приветствую вас, друзья. Вот уже практически полгода Леха ничего не выкладывал нового на канал, и этому есть причина. Помимо того, что я отсутствовал на канале, я также отсутствовал в своем доме. Практически полгода я жил в другом месте. В этом ролике подробно все расскажу, а также расскажу, как без моего участия дом перезимовал вторую зиму и что с ним произошло. Заваривай чаек-кофеек и приятного просмотра. Итак, этот ролик не имеет какой-то определенной темы, это будет винегрет из всякой информации, поэтому внизу есть тайм-коды для удобства. Напомню, чем закончился прошлый строительный сезон. Я доделал все-таки свою пристройку, хоть и ролик на канале так и не вышел, он отснят, все готово, осталось его только собрать, но я, к сожалению, не успел. В итоге я накрыл крышу, сделал внутреннюю обшивку и, соответственно, утеплил опилками. И пристройка верой и правдой прослужила эту зиму. Ушла проблема с дверью, то есть, соответственно, было не зря потрачено 100 тысяч. На данный момент пристройка является продолжением гаража. Туда запихан абсолютно весь хлам, который не влез в гараж. И, соответственно, в скором времени мы займемся глобальной уборкой. Выкинем абсолютно все ненужное. Все нужное постараемся как-то компактно сложить и, соответственно, будем этим пользоваться. Напомню, что пристройку и первый этап фундамента гаража я строил на кредитные деньги, и, соответственно, начинать новый строительный сезон с большим кредитным долгом — такое себе. Плюсом к этому так совпало, что мне предложили новую работу, это монтаж металлоконструкции, но единственное, это все командировочным методом в Амурской области. Мы бригадой из 7 человек собирали промышленные твердотопливные котлы на муниципальных котельных в селах Амурской области. До сих пор в этом регионе нет газа, и, соответственно, все котельные во всех селах топятся углем, который, в принципе, там же и добывают. Не скажу, что это легкая работа, постоянно приходится работать с тяжелыми железяками, постоянно сварка, постоянно резак, плазма, в общем, все, что может навредить твоему зрению, все это там присутствует. Помимо этого, котельные старые, ушатанные, постоянно сажа в воздухе, то есть для здоровья ничего хорошего, но, соответственно, заработок в эту зиму решал многое, и, соответственно, удалось мне заработать и закрыть свой кредитный долг, и даже маленечко плюсом привести денег, на которые сейчас я, значит, начинаю какие-то строительные движения. И пока что в командировке я не собираюсь, посмотрим, как будут обстоять дела к концу этого строительного сезона. Ну, возможно, еще раз придется поехать, а возможно, найду что-нибудь поинтереснее. Несмотря на то, что работа нифига не легкая, в лютых, тяжелых условиях, тем не менее, тот опыт, который я получил на этой работе, он достаточно полезный. Я научился работать с металлом, я научился работать в команде, научился немного варить дуговой сваркой, научился пользоваться плазмой и резаком. И самое главное, я переборол в себе какой-то страх больших грандиозных строек. То есть построить гараж теперь для меня не является каким-то запредельным и трудным мероприятием, потому что когда ты стоишь на котельной и ни хрена нету, а через месяц стоит полностью готовый котел со всеми газоходами и со всеми обвязками, ну, сам в себя уже начинаешь верить. Ничего сложного в этом нет. Самое главное — иметь какой-то план действий, неплохо иметь проект будущего строения и, соответственно, придерживаясь этого проекта, делать все по пунктам, и сам не заметишь, как у тебя появится новый готовый объект. Помимо тяжелых условий работы, сама по себе командировка — это то еще извращение, потому что на протяжении нескольких месяцев твоя жизнь превращается в день сурка. Ты приходишь с работы, ты делаешь те же самые действия, что и каждый день, и, соответственно, поехать кукухой в таких условиях прям нефиг делать. Мне же очень хорошо помогло то, что перед тем, как я уехал в командировку, я записал ролик по скетчапу, а именно некоторые функции, которых не показывал ранее, а также пообещал в этом ролике разобраться с установкой программы тем, у кого ее нет. И, соответственно, мне люди начали активно писать, обращаться за помощью. То есть я приходил с работы, у меня висело несколько заявок от людей, которым нужна помощь. Я открывал MacBook и сидел буквально там 2-3 часа, иногда и подольше, иногда поменьше. Занимался с людьми, помогал людям установить
эту программу и какие-то функции там тоже рассказывал. Изначально есть такой грех, хотел я делать эту работу за небольшую денежку, но так прикинул, что мне эти копейки особой роли не сыграют, а для человека, возможно, это будет неким барьером в освоении этой программы. Само по себе научиться работать в SketchUp — это достаточно весомый шаг, так скажем, а тут еще платить деньги какому-то Алёше, ну его нафиг, да? Вот. И, соответственно, у некоторых людей, возможно, это отбивало бы желание научиться пользоваться этой программой. И, соответственно, в скором времени принял я решение помогать людям бесплатно, потому что мне это помогает скоротать время в командировке, а людям помогает завладеть программой и, соответственно, для некоторых осуществить нерешаемую проблему. На самом деле, отказавшись от платы за свою работу, я получил намного больше. Помимо того, что люди бесконечно благодарят меня в комментариях, так еще и взамен моей помощи люди предлагают достаточно полезные вещи. Некоторые предлагали работу, некоторые предлагали какие-то платные плагины, которые у них есть внезапно бесплатные. Тем самым эти плагины также я сейчас людям помогаю устанавливать, тем, кому они нужны. Ну и, конечно же, не обошлось без донатов. Для меня было очень большим потрясением то, что люди в ответ на бесплатную помощь присылают достаточно крупные суммы денег в некоторых случаях. И, соответственно, это тот самый случай, когда добро возвращается бумерангом. Я был очень поражен и до сих пор очень благодарен тем людям, которые поддерживали меня все эти месяцы. Есть, к сожалению, и негативная сторона у этой деятельности. Делаю я работу свою через удаленное подключение. Почему? Потому что это намного быстрее, чем объяснять человеку по вопросам, по фотографиям, по смс-кам, по голосовым сообщениям и так далее. Через удаленное подключение на человека я трачу около 10 минут. В некоторых случаях это происходит намного быстрее, в некоторых случаях приходится повозиться, и там бывает по-разному, и 20, и 30, и час, и день бывало даже, но тем не менее решаю все возникающие проблемы и добиваюсь успеха в 99% случаев. А некоторые же персонажи до ужаса боятся удаленного подключения и начинаются вот эти вот вопросы: а зачем, а давайте так, а пришлите инструкцию и так далее. Здесь же с таким персонажем ведешь очень долгую беседу, еще ни хрена не сделано, а времени потрачено уже больше часа. В условиях командировки, может быть, это даже было бы мне на руку, но в условиях дома, в условиях стройки, когда я, грубо говоря, там бросаю шпатель, иду, делаю человеку программу и дальше иду замазывать свои стены, в этом случае мне абсолютно неинтересно вести диалог с такими людьми, либо удаленное подключение, либо установка самостоятельно. Радует то, что таких персонажей от силы 5% из всей массы, остальные максимально адекватные люди, которые понимают, что время — это тоже ресурс. Итак, со мной в принципе все понятно, рассказал, где был и что делал. А какие же изменения произошли в доме за эти полгода? Изначально расскажу те изменения, которые я сделал до зимы. Их не так много. Утеплил я фундамент дома в круг. Это у нас ЭППС 50 мм. А также сделал утепленную отмостку на голой стороне. Там, где у меня нет снега, выдувает там полностью все. Значит, сделал также ЭППС в районе метра от стены и сделал временную отмостку рубероидом, чтобы вода с крыши не мочила мой фундамент. Также, как я уже говорил, в отличие от прошлой зимы, теперь у меня есть пристройка и теперь у меня нет проблем с дверью, то есть ни замки не замерзают, никаких проблем по пристройке абсолютно не замечено. И даже зимой в морозы жена делала замеры на этой пристройке, и там температура редкий раз опускается ниже 0 градусов, в среднем там 1-2 градуса тепла, что, соответственно, и хотелось добиться, когда я строил эту пристройку. Теплой я ее, в принципе, никогда не планировал. Возможно, сделаю ее более-менее потеплее, когда будет готов гараж. Изменений по вентиляции и по расположению и состоянию окон абсолютно никаких не произошло. Вентиляция также только вытяжка в котельной, приточки никакой нет. Также не оштукатурена стена задняя дома ветреная. Также абсолютно никаких изменений по отделке дома. До отъезда я занимался строительством на улице. Все это вы можете видеть на канале. После отъезда, соответственно, заниматься отделкой в доме некому. Нанимать каких-то левых людей тоже нет желания никакого. Буду делать все сам, потихонечку, помаленечку.
после переезда как раз этим занялся. Мне товарищ отдал бэушную кухоньку, которую я хочу временно на пару лет поставить на кухню. И, соответственно, нужно сделать отделку на кухне, уже полностью чистовую. Тем самым и занимаюсь. Если интересно более подробно, пиши комментарий, попробую что-нибудь наснимать по отделке. Хотя, если честно, желания нету снимать отделку, потому что есть более толковые ребята на Ютубе, которые, у которых, грубо говоря, учусь я, и нафига я буду показывать свой рукожопый первый опыт, чтобы что. Непонятно зачем, поэтому желания особо не имею снимать, да и, соответственно, быстрее намного идет работа вся, когда это все делается без камер. Но, тем не менее, если интересно, пиши комментарии, будем что-нибудь снимать, будем что-нибудь монтировать. Все изменения в лучшую сторону я вам рассказал. Осталось рассказать негативные моменты, которые произошли в мое отсутствие. А именно, был у нас лютый ураган в Алтайском крае. До 35 метров в секунду был ветер. И, соответственно, посносило поголовно у всех теплицы. Попадали у людей заборы, посносило крыши. Причем у некоторых вместе с обрешеткой. В общем, лютые ветра, которых ранее не было. И, соответственно, даже попадали все билборды вот эти вот на трассе, которые с рекламкой. Поголовно все вырвало с корнем, деревья с корнем вырывало. Ну, в общем, лютая стихия. Меня, к сожалению, эта стихия не обошла стороной. Оторвала 9 листов модульной черепицы с подветренной стороны. И таким образом моя крыша простояла всю зиму и до сих пор, к сожалению, также стоит. Хорошо, что у меня там подшита мембрана, то есть снег, дождь и всякие осадки в дом не попадают. И практически можно обходиться и без кровли какое-то время. А почему до сих пор не закрыл? Потому что произошла патовая ситуация. Завод, который, значит, на котором я закупал кровлю на крышу и на пристройку, внезапно продали станок, который гнет этот профиль. И теперь найти именно такую черепицу нереально. Нашел где-то в Ижевске подобную черепицу, но там шаг волны 400, а не 350, как у меня. И, соответственно, единственный вариант, как решить эту проблему, это разобрать черепицу на пристройке и, соответственно, эти листы смонтировать на крышу дома, а пристройку закрыть профлистом. Другого решения, к сожалению, нету. Очень это печально. Крайне не хочется разбирать пристройку. Мне очень понравилось, как это все у меня получилось, финальный вид этого всего. Но поделать ничего не поделаешь, поэтому придется идти на такие меры. Также были некоторые проблемы с отоплением в этом году. Кто помнит, электрик в одно время мне перепутал фазу и ноль. И, соответственно, от этого у меня сгорел трансформатор на котле. После этого, к сожалению, котел приболел мозгами. И теперь, когда он долго греет теплоноситель и наступает время отключаться, он не отключается, фаза залипает и приходится вручную его перещелкивать. Соответственно, чтобы как-то выйти из ситуации, настроили котел на не совсем экономный режим, то есть выставил, чтобы он очень часто включался и очень быстро выключался. В принципе, такой режим работы увеличивает стоимость отопления примерно на 20%. Выяснил я это еще в предыдущих отопительных сезонах, когда игрался с отоплением со своим. И, соответственно, здесь выбора особо не было. Котел работал на повышенных оборотах, так скажем, но тем не менее получилось как-то прожить и решить эту проблему. Но сам факт того, что зима была достаточно теплая, без морозов, а также был утеплен фундамент, это тоже повлияло. Самый холодный месяц вышло также 15 тысяч рублей. В среднем вышло 12-13 тысяч рублей. Это при том, что котел работает не совсем правильно. И если бы котел работал нормально, можно было бы уложиться в 10 тысяч рублей. Прям, я думаю, спокойно. Также до сих пор люди смотрят ролик по первой зиме в опилкобетонном доме, где я показал свои мокрые окна. И до сих пор полемика там не утихает. До сих пор люди мне шлют целую кучу советов. Переставь окна глубже в стену, значит, сделай вентиляцию и поменяй профиль. Ну, в общем, это все я уже 1000 раз рассказывал. На самом деле все решилось намного проще. В прошлую зиму, как я, как вы помните, рассказывал, что была повышенная влажность. Это мы все видели на перекрытии второго этажа, где
у меня намокали балки и опилки в эту зиму. Возможно, там такая же ситуация была, но вот сейчас я лазил туда, смотрел, ничего похожего, подобного я там не увидел. Также сама по себе решилась проблема мокрых окон. Окна теперь мокреют в уголках чуть-чуть. И то, если за бортом больше 30 градусов мороза, если стандартные там 20-25 градусов, окна сухие. При том, что ничего я не делал, ничего не переставлял, окна те же самые. И, соответственно, также такими же шторами это все завешено было. Сейчас уже поменяли шторки. Вот. До этого висели те же самые тряпки и, соответственно, абсолютно все то же самое, но при этом сухие окна. И решение этого вопроса было максимально простое. Прошлую зиму, первый год, когда я отапливался теплым полом, и, соответственно, в этот же год была выполнена полусухая стяжка, которая, соответственно, была еще влажная, судя по всему, и отдавала очень много влаги в атмосферу дома, которая в итоге конденсировалась вся на окнах. И, соответственно, теперь, в этом году, когда уже стяжка просохла, и проблемы этой нет, в доме вместо высокой влажности теперь, наоборот, недостаток влажности. И если я в прошлом году намеревался купить осушитель, в этом году я намереваюсь уже купить увлажнитель, либо что-то как-то решать этот вопрос. Действительно, воздух в доме стал довольно сухой, пьем очень много воды, при том, что также стирает стиралка, варится каша, все вот это вот происходит, при этом нет вентиляции, и этого не хватает, чтобы поднять влажность. Поэтому, господа, диванные эксперты, которые там вот сильно прям на жопу падали и усирались, что виновата точно вентиляция и виноваты точно неправильно установленные тонкие дешевые окна, ну, к сожалению, вы были неправы. Виновата была полусухая стяжка, которая просто сохла под действием теплых полов. Ну и в конце этого ролика расскажу немного о строительных планах. На данный момент занимаюсь ремонтом кухни. Сейчас пока на улице нефиг делать, потому что еще слякушка. Будем заниматься полностью ремонтом кухни, выведем в чистовое помещение вместе с полами, с окнами, со стенами, с обоями и так далее. После кухни займусь вторым этапом фундамента гаража, сделаю его намного проще и дешевле, чем планировал до этого, и, естественно, объясню свое решение. Стены гаража я планировал каркасные, сейчас я отказался от этого варианта, потому что в такие ураганы каркасный большой сарай не очень-то и надежный, это раз. Второе, чтобы его сделать не горючим, теплым и максимально готовым снутри и снаружи, выйдет по деньгам намного дороже, чем слепить из того же газобетона. Поэтому стены гаража будут выполнены, скорее всего, из опилкобетона. Свое решение я обосную в следующих роликах. Ну а этот ролик подходит к концу. Спасибо, что досмотрели до конца, и до новых встреч!